Давай. У меня на видео не хватит. Давай, Сань. Всем привет. Дуй. За желание загадай. Вот. Теперь снова зажгите, пожалуйста. Ага, сейчас. Теперь каждому. Сейчас будем, да, зажигать. Как обычно. Я уже терла. Саня, не трогай, у меня и так память нет. А ты нож протерла, чтобы торт высохли? Все протерли. Саш. Сейчас она съест. Сань, я надела стыкну в торт. Давай посмотрим, как она огонь съедят. Сейчас. А это? Да я зелененькую попробую. Они мягкие? Да. Они сладкие. Так, я тут облёт сделаю. Я тяжело не загадал, а розовое тоже? Да. Вишенка. Так, пусть погорит. Все загадали желание. Че? Эй, не успела. Так, следующий. Я. Нет, я так чувствую, сейчас залью их по всем. Как ты думаешь? Это он! А ты успел загадать желание? Да. И что, загадал? Так, нельзя говорить. Так, все. Давай. Это Наташа. Теперь Ксюша. Так, Саша не успевает ничего загадать. Он успевает по лицу не получить. Саша просто мается. Задумай желание. Все, хватит. Теперь Ксюша. Заранее, когда сейчас подумай желание, задумай. Да у меня есть там. Желающих много. Желающих. Так, это Ксюша. Так. И спичку затушить. Теперь я. Теперь тетя Ира. Подождите. Не помогайте. Тетя Ира, молодец. Что ты загадала? Еще двух детей загадала. А и теперь моя очередь. Так, а Саша? А я загадала щенячий патруль. Круто. Саня, а ты что загадываешь? С дорогой. А ты что, давай, загадай и дуй. А потом расскажи. Дуй. Она вообще-то загадывала. Так, ты загадывай. Вот сначала загадывай, а то ты долго загадываешь. Загадал? Нет. Еще раз загадал. Вот давай загадывай сначала. Потом я тебя подожгу, ты задушу. Это просто он так же делал мне. А можно мне как будет отрезать от глазика? Давайте на попа. А мне вот это. Давай. Загадал. Хорошо. А мне красный. Я всем все разделю. Дуй. Нет, давай Ксюшечка, вместе. Ксюша, давай. Давай. Да, Ксюша! Дуй давай, что ты болтаешь? А что ты загадал? Я загадал, что у мамы была хорошая работа, у Наташи хорошая квартира была, а у дяди Саши было много денег. А Ксюша росла. А я загадала получить диплом уже наконец. Это сын. А я загадал про Ксюшу, что она... Наташа поступила в институт. Фу, сказала! Я помогу. Помните, попробуй не поступить. А хочешь, я тебе расскажу классу? Помните, когда я к вам в гости ходила? А вот те, когда тетя Ира не потухлась. Помнишь, тетя Ира? Да знаешь, она с трудом. Моя очередь, загадывайте. Это я думала. Так, теперь все сели, загадали желание, каждый. На. Тихо!